Автомобилист — это найти качественный сервис для своего, так сказать, четырехколесного друга. Предложение масса. Вот, например, на 96.4 FM на радиостанции я слышал про автосервис ProAuto. Реклама мощная, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. ProAuto. Качество европейского уровня. Разыскать автоцентр оказалось делом несложным. Он находится в новом микрорайоне Могилева «Спутник» по адресу улица Алексея Пысина, 8. Так, что у нас? Автосервис, замена ремней ГРМ, замена масла, замена техжидкости. И нас еще ожидает шиномонтаж. И нас еще ждет Виктор, представитель компании «ProAuto». Здравствуйте. Здравствуйте. В пресс-релизе автосервиса «ProAuto» на первой строчке значится «автомойка». Ее-то я и решил посетить в первую очередь. Увиденное порадовало. 3 отапливаемых бокса, профессиональное оборудование и автохимия. Широкий спектр услуг от экспресс-мойки авто до мойки двигателя. Самый главный вопрос, который меня интересует, Виктор, сколько будет мыться машина вот, и что войдет в это вот? Если брать комплексную мойку, которая включает в себя кузов, а также влажную уборку салона, то, я думаю, минуток 25-30, не больше. Правда, моют машины в ProAuto контактным способом, но зато на 100% гарантируют качество мойки. Пока мой стиляга принимал вводные процедуры, Виктор продолжил экскурсию по автокомплексу ProAuto. Вот это вот первый бокс, где вы можете полечить свое авто. Вот здесь? Авто. Да, прямо здесь. Давайте посмотрим. Либо делать диагностику. А инструмент фирменный? Конечно. В это время в боксе лечебные процедуры принимала BMW 5 серии. Здесь ремонтируют легковые? Да, здесь легковые ремонтируют. Спектр работ откуда? Ну, здесь можно произвести диагностику подвески. Так. И уже заняться непосредственно ремонтом. Отправляемся дальше. Следующим пунктом моего турне станет бокс, где можно поменять масло и фильтры. А вот это что за огромные ворота? А здесь мы можем производить ремонт габаритных больших автомобилей, то есть, в том числе микроавтобусы, и даже такими с большими будками. Сейчас он пуст. Ну, наверное, никто не сломался, может, это и хорошо. А вот и бокс, где можно поменять, как оказалось, не только масло в двигателе. И даже жидкость тормозной тоже меняется? Конечно. Полный цикл, замена всех жидкостей технических. Да-да, вы не ослышались. В ProAuto можно поменять любую техническую жидкость. Будь то масло в автоматической коробке или антифриз в двигателе. А заодно здесь вам поменяют и фильтры. В наличии я увидел большой их ассортимент. Причем как масляных, так и воздушных. Заезжайте! Еще один удобный момент. В ProAuto можно заказать для своего авто любую запчасть. Во время подбора используются только лицензионные программы. Это исключает возможность ошибки при заказе запчастей. Теперь идем в соседний бокс. Здесь находится особая гордость автосервиса. Стенд развал схождения 3D. Очки нужно одевать? Нет, не нужно. Для справки. Стенды бывают нескольких видов. Электронно-оптические, компьютерные, 3D-стенды. 3D-стенды – это последнее достижение в области регулировки колес на развал схождения. Какого года? Это одна из последних моделей. Их во всей стране, наверное, по пальцам можно пересчитать. Несколько штук. Но в Могилеве однозначно нет. Преимущество такого стенда. Высокая точность измерений, одновременная проверка геометрии подвески и кузова авто и экономия времени. Ну что у нас еще есть? Шиномонтаж, полный комплекс. Здравствуйте. О-хо. Удивление у меня вызвало то, что здесь могут работать с большими колесами диаметром R24. Это и все? Нет, у нас еще есть отличительный сюрприз. Пойдемте, я вам покажу. Интересно. Спасибо большое, до свидания. Интересно, что за сюрприз? Ого, как много места. Ну, вот он и есть наш сюрприз. Очень большой бокс для ремонта больших грузов. Сюда войдет легко, вот, допустим, даже этот автомобиль с цепкой. Бокс действительно огромный. Приятно порадовало, что здесь чисто, тепло и светло. Одно но. Ремонтом большегрузных машин в ProAuto не занимаются. Этот бокс сдается в аренду для ремонта больших авто. А еще здесь я вижу автостоянка. Да, на 215 мест. Охраняемая. Причем весьма неплохо. По периметру установлены видеокамеры, а за порядком 24 часа следит охрана. Еще один весьма важный факт, касающийся сохранности автомобилей.
аренда машины места, либо полная ответственность за сохранность автомобиля на территории страны. Полная ответственность за сохранность автомобиля. Про авто. Качество европейского уровня. В Могилеве есть десятки компаний, которые занимаются продажей спецодежды и обуви для работы. Изучив разные предложения, я решил посетить магазин спецодежды, что на Пожарном переулке 7. Почему его? Ну, потому что здесь впечатляющий ассортимент. Более 200 позиций. О, звонок. Есть кто живой? Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Николай. У нас одежда для всех практически отраслей производства. Только так называемых летних спецкостюмов в торговом зале я насчитал 25 видов. Это хороший показатель, ведь здесь можно себе найти спецодежду по вкусу. Ну, например, сотрудник строительной компании или фермер. Это очень удобная ткань. Она идет 50 на 50. То есть, как внутри. Понять, 50 на 50? А теперь рассказываю. Значит, внутри, смотрите, она идет полностью ХБшечка. Ну да, то телу есть, приятно. Так. Телу приятно, не потеете летом и, как говорится, не холодно зимой. Не мерзнете зимой. Да. О достоинствах именно этого костюма Наталья рассказывала еще мне минут 15. К плюсам. Хороший дизайн, универсальная ткань, возможность изменять размер, большое количество всевозможных карманов и карманчиков. Я добавил бы еще один. Качество пошива. Вот, ну посмотрите. Классно? Классно. А причем внутренние швы все шиты тремя швами. Тройной шов – это хорошо. Светоотражающие вставки – замечательно. А вот что касается одежды с повышенной степенью защиты. Оказалось, в магазине на Пожарном 7 есть и такая. А вот это что такое? Это специфическая, ох, скажем так, ничего себе. Рабочая одежда. Два костюма, которые предназначены для работы сварщиков. Это кожа, необработанная кожа, которая не горит. Путешествуя дальше вдоль прилавков, я обнаружил отличные жилетки с водоотталкивающим верхом и утепленные натуральные овчины. Рядом мною были замечены майки и поло из 100% хлопка, светоотражающие жилеты и... светоотражающие подтяжки. Согласитесь, название смешное, но для велосипедистов отличный вариант. Также мое внимание привлекли пару зимних комбезов. Вот эта куртка, она выдерживает 2 часа при температуре минус 60. Так что рыбакам и охотникам на заметку. А еще для меня стало открытием, как выглядит современная защитная рабочая обувь. Модный дизайн, верх – натуральная кожа, внутренняя отделка обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами, кроссовки антистатичны, носок способен выдержать нагрузку, внимание, до 200 джоулей. Это, представьте, вам на ногу с метровой высоты падает 70 килограммов груза, а ноге в этом кроссовке хоть бы что. Кстати, еще одна особенность. Приходили наши клиенты, рассказывали, что капнуло масло, загорелось, потушили, не осталось даже капельки. В общем, такая спецобувь – отличная альтернатива некогда популярным кирзовым сапогам. Да, чуть не забыл, в магазине на Пожарном переулке 7 можно купить резиновые сапоги, внимание, с усиленным носком. Ну а на следующем стенде была представлена коллекция рабочей медицинской одежды. Есть костюмчики такие хирургические, которые уже подходят и женщинам, и мужчинам. То есть в основном это хирурги, все наши врачи-мужчины. Я вижу стоматологи. Стоматологи. У нас есть такие халаты-костюмчики, которые, то есть, ну, можно сказать, вообще для всех сфер обслуживания, включая не только медицину. Замечу, эта коллекция сшита из ткани с повышенным содержанием хлопка. Ну и также помимо одежды всей рабочей, у нас присутствуют средства индивидуальной защиты. От такого изобилия у меня прям-таки зарябило в глазах. Здесь тебе и защитные наушники, и сварочные очки, и маски, респираторы, регулировочные жезлы, фонарики всех мастей, наколенники и перчатки с разными степенями защиты. А от каскетки, это бейсболка с каской, я был вообще без ума. Одним словом, вспомнил детство. Вы знаете, я вот в магазине спецодежды ощущаю себя как в детской комнате. А знаете почему? Здесь все ярко и все надежно.